свидетель есть всякое слово, дело и помышление, согласное с законом Божиим. О смысле добродетелей. Человеческая жизнь – это время приготовления к будущей вечной жизни. В уподоблении своему Творцу состоит высшая цель жизни человека на земле. И на это нас благословил Сам Господь Иисус Христос, говоря Своим ученикам: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Образ Божий в человеке проявляется в свойствах его бессмертной души. Свободная воля, творческий разум, способность любить других и жертвовать собою – все это нам дано для того, чтобы мы в своей жизни осуществили замысел Творца – подобие Божие. Христианская вера учит нас тому, что жизнь человека должна быть временем подвига, постоянного стремления к добру и совершенству. И по закону духовной жизни остановки на этом пути быть не может. Если человек перестает стремиться к добру, он непременно станет на путь противоположный – путь порока и страстей. Человек должен испытывать, проверять свою совесть. Стремится ли он к истине и добру и идет по пути добродетели, или идет по пути греха, который удаляет его от Бога? Путь преображения души и развития добродетелей – путь нелегкий. На нем человеку встречается множество опасностей и затруднений. Увлечение мирскими интересами, склонность к греху, маловерие и невежество в духовных вопросах мешают человеку идти узким и тесным путем к Царствию Небесному. Стремление к добродетели есть в каждом человеке, как остаток того естественного добра, которое было вложено в природу человека его Творцом. Но если это семя добра не взращивать постоянным трудом, вниманием к своему душевному состоянию, способности человека к доброделанию умаляются. Как веру, так и всякую добродетель христианскую надо оберегать, взращивать как цветок, совершенствовать как всякий талант, следить за тем, чтобы она была в наилучших условиях для развития. Такими условиями должны быть изучение Священного Писания, участие в таинствах Церкви, в таинстве исповеди и причащение святых Христовых тайн, внимание к своей внутренней духовной жизни. В православном сознании существует семь основных добродетелей – вера, надежда, любовь, мудрость, мужество, справедливость и воздержание. Святой апостол Павел пишет о том, что из всех добродетелей главное – вера, надежда и любовь. Но именно любовь является совершенным исполнением всех добродетелей. «Бог есть любовь», — говорит нам Евангелие. «Значит, кто приобрел любовь, становится подобным Богу». Чем больше в нас возрастает любовь ко Христу, тем больше возрастает доверие Богу и подчинение нашей воле Его воле. Любовь и дела любви питают веру, а надежда происходит от веры, как растение из семени и ручей из источника.
Истинная надежда ищет единого Царствия Божия и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, дано будет по словам Христа. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Если душа стремится к совершенствованию в Боге, все добродетели существуют в ней неразрывно, как звенья одной цепи, и каждая зависит одна от другой. Желая приобрести одну добродетель, человек постепенно приобретает и все остальные. Но ни одной из них человек не может приобрести без участия Божьей благодати. Человеку не по силам самому бороться со страстями по слабости воли и разума, поврежденного грехом. Только при содействии благодати Божией и добровольном стремлении человеческой души к истине и добру возможно достижение добродетели. «Кто не собирается мною, тот расточает», — говорит Господь. Ничего нельзя назвать прочным и ценным, что не приобретается с помощью Божией, ибо истина и добро бывает только от Господа. Бог и человек — являются соработниками в деле спасения души и наследия Царства Небесного. Божественная благодать такова, что может в одно мгновение очистить человека и сделать его совершенным. Но она посещает душу постепенно, испытывая, насколько она сохраняет любовь к Богу, живет ли согласно с Его святой волей. Поначалу душе бывает трудно следовать воле Божией и проявлять добродетель. И святые учат нас подражать ее внешним признакам. Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твою любовь. «Возьмите иго мое на себя», говорит нам Христос, «и найдете покой душам вашим». Эти слова Господа указывают, что приобретение добродетели, хоть и нелегкий, но радостный и благодарный труд. Он дает уже здесь, в земной жизни, плоды благодати для христианина. По слову святителя Игнатия Брянчанинова, добродетель требует кратковременного труда, а доставляет вечную радость. Одна добродетель, совершаемая искренно, привлекает за собою в душу все добродетели –